Чисто теоретически в этом видео могут присутствовать мат, сиськи, еноты. Так что если тебе нет 18 лет, закрой его быстро, то мамка по жопе надает. Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и сегодня мы будем играть в игру agar.io. Надеюсь, многие из вас играли в игру споры, в которой в самом начале вам нужно было играть бактерией, которая, в свою очередь, поедала более мелкие бактерии и... О, господи, что это происходит? И становилось больше, больше и больше таким образом. И вот мы сейчас играем тоже такой же бактерией, при этом сражаемся с другими игроками, то есть нам нужно выживать, мать твою, что он делает. И что ж, я постараюсь вырасти самую-самую крупную бактерию, которая только здесь существует, на этом диком западе, и сожрать всех игрочишек. Отлично. Упс. Вот это я что-то зря сделал, видимо. Ой, какой миленький вкусняш. Какой миленький вкусняш. Иди сюда. Тебя все хотят схавать. Бедняжечка ты такой. Нацистская ты сволочь. Иди сюда, твареныш. Вот. Ой-ой-ой. Теперь я твареныш, которого все хотят схавать. О, господи, какие же там большие диплодоки бегают. Так, хорошо, я пока вроде живой, это вроде пока хорошо. Собираем эти мятные вкусные конфетки, растем, пока никого, ни хрена себе. Тут там большая сволочь была. Так, а эти конфетки регенерируются, видите, то есть мы можем, в принципе, бесконечно их кушать. Главное, чтобы нас не сожрали. А то если таким вот макаром нас сожрут, то это будет очень-очень-очень, мать его, плохо. Так, отлично, нам нужно туда липы угнать. А чем больше, я так понимаю, чем больше... Чем крупнее твоя бактерия, тем она медленнее передвигается. Но зато вам уже ничего не страшно будет. Что ж, хорошо, попробуем. Попробуем продержаться хотя бы, не знаю, 5 минуточек. Где-то уже почти 2 минуты мне это удалось сделать. Вот, смотрите-ка, смотрите-ка, кого мы видим. Смотрите-ка, кого мы сейчас будем кушать. Иди сюда, Анночка, иди ко мне. Пуховик идет за тобой. Ой, я ее накормил. Я ее накормил и... А, это плохо. Отлично, хаваем Анночку. Хаваем ее. Здесь, по-моему, не нужно на эти зеленые штучки натыкаться. По-моему, они нас хавают точно так же, как и я буду хавать эту Анночку. Она, по-моему, уменьшается. Ну ладно, поехали отсюда. Опс. Что, я тебя хавану? Нет? Иди ко мне, деточка, я тебя догоню. Так, ладно, к черту. Черт, там он какой-то... Дай поесть, говорит чувак. Так, ладно, мы сейчас тоже станем очень крупным. И будем... Будем тоже у всех просить. Дай я тебе сожру, дай поесть. Ого, там какие мутанты просто. Просто мутантища. Ой, какой кошмар. Меня все хотят схавать. Все хотят сожрать пуховика. Так, отлично. ИГФ, интересно, он больше меня или меньше? Нужно вот наесться этих вкусных вкусняшек. И потом... Когда я стану довольно-таки большим, я его схаваю. Так, интересно, когда это будет? Ладно, пока не будем никого трогать, будем вот кушать эти конфетки вкусные. Я не знаю, что это. Это, наверное, тоже какие-то клетки, съедобные маленькие клеточки. Отлично, иди ко мне, давай, хавайся. Нет. Пуховик, не хавайся. Нет, он меня жрет, он мне ногу откусил, сука. Нет. Все хорошо. О, все, меня прикроет КБ, ПКБ, Red Line. Хороший типок. Так, валим отсюда. Давай. Вот, я чуть-чуть хаванул его. Все хорошо. Так, нет, уходим в сторону. Кстати, чтобы выжить, господи, твою мать, здесь иногда нужно от себя часть откидывать. А, на кнопочку W. Ой-ой-ой, то есть мы можем свои молекулы сохранить, сможем вот так вот. А почему я же выкинул молекулу, типа, я думаю, я туда перемещусь, и все, я умер. Блин, что за дела? Это, видимо, чтобы кушать всех, да, это работает, для того, чтобы всех кушать. Но это нечестно, съешь его, он меня сожрал, твареныш такой. Так, ну ладно, давайте-ка еще разок попробуем. А, ссылочка на эту игру, ребят, будет, как всегда, в описании. Заходите, играйте, только почему-то... Ой, Гитлер за мной, Гитлер бежит! Как это невозможно? Ой-ой-ой, за мной сатанисты, Гитлер! Господи, какая сумасшедшая игра! Сатанисты, Гитлер пытаются меня сожрать. Здесь же можно как-то свои скины еще, да, делать, я так понимаю.
Так что, ребят, довольно-таки весело. Господи, сосай лалка. Сам сосай лалка. Мастер. Опс, опс. На перегонки с мастером. Отлично, я пока жив. ПКБ сатанистка на первом месте в лидерборде. И вообще клан ПКБ, это, наверное, единственный клан, просто который играет в эту игру на постоянной основе, поэтому они здесь все в топе. Я, конечно, понимаю, что это весело, но мне кажется, играть в эту игру больше недели, это как-то скучно. Ну, максимум можно там с другом посоревноваться. Хотя здесь есть режим команда на команду. Давайте-ка нас сейчас, когда сожрут. Ой-ой-ой-ой. Мы попробуем в режим команда на команду. Посмотрим, как там это вообще происходит. Ну, так. Ой-ой-ой-ой. И как же тут все много-то всех. Не кушайте меня, пожалуйста. Вот его, ну кто-нибудь сожрите его. Он же плохой. Он шиси. Шиси, чтобы это... О, я даже не буду это читать. Это было грубо. Это было грубо с его стороны. Отлично, его сожрали. Это знаете, как в фильмах там показывают, где... в том же «Звездных войнах», да, в первом эпизоде, когда какая-то рыба плыла там за главными героями, потом... Господи, сейчас меня будет стрелять. Шарик еще тут. Потом эту рыбу сжирает более крупная рыба, и эту более крупную рыбу сжирает еще более крупная рыба. Нет, улети, настоящий еврей, не ешь меня. Ух, там сатанист всех разрывает. Вот, и тут такая же ситуация. Опачки! Я тебя сожжу? Ну, я тебя сожру, нет? Или надо гораздо больше быть? Да, я хоть кого-нибудь схаваю. И за Сталином. У него усы реально как у Сталина. Ну, я же больше его. Почему я не могу его? А, он теперь меня схавывает. Ну, иди сюда. Иди сюда, Сталин. Да блин, этот... Он, да как ему так... Ему как так везет, все на него летят. Ой, твою мать. Ой-ой-ой. Охренеть, вот это охренеть. Ну, давайте попробуем режим команды. Просто прибегает такая здоровая хреновина. Так, мы Господи, мы красные, да? А, то есть тут можно... Типа красные против синих, против зеленых. И меня моя мамка сожрала. Это странно было на самом деле. А, ладно, так, я опять красный. Красный, помогите мне, красный. Накормите меня, красный, кто-нибудь. У меня ноги, а мне домой. Кто-нибудь, помогите. Почему-то здесь красных очень-очень много. Ой-ой, ёб твою мать, что это за хренопупово было? Геральт, защити меня, Геральт. Геральт, давай. А, это же моя хренопупова, она за меня, да, точно, я понял. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это мой? Мой хоть, да, это? Ну, друган, да, все, красные друганы. Красные меня не кушают. Хорошо, значит, мне, блин, мне надо просто держаться возле красного. Тогда они меня будут прикрывать, и меня не сожрет никакая другая хренопупова, типа вот этой вот синенькой. Так, ПКБ, давай защищай меня, поехали. Да, вот так, молодец. Да, хорошо, молодец, большая дифтерийная бактерия. О, это же Мэтт, ух ты, классно-то как. А он красный или какой он? Давай, хавай его. Хавай его. Своим хавальником. И сюда, золотая. Сейчас тебя скушаю. Скушаю. Как вкусняшку. Блин, а он сейчас ведь вырастет и, может быть, сам меня скушает. Как другую вкусняшку, как мороженку какую-нибудь. О, отлично. Отлично, отходняк. На перерез. Ой, я его накормил. Блин, я его накормил своей частичкой. Зачем я это сделал, я не понимаю. Опс. Опс, отлично, нас теперь двое. Вот так вот тоже можно делать. Теперь я больше, как бы, я больше пространства занимаю. Буду всех хавать. Давай, иди сюда, дизентерия. Лично! Меня сожрали, сволочи! Он сейчас вырастет уже и станет больше меня. Но у меня там он прикрывает меня какой-то большой чубака. Ой-ой-ой-ой. Так, все пока вроде под контролем. Мы прячемся за спиной большой чубаки. Земля, вон там земля летает.
чувак по имени Земля. Ну, красные пока тут доминируют, все и вся здесь, потому что, наверное, гигантский красный шар летает. И он всех жрет просто налево-направо, не спрашивая никого. О, халявная еда, отлично. Что-то я, по-моему, даже не увеличился нифига, потому что я его сожрал. Какой-то он был кожа до кости, как говорится. Так, я сейчас, я хочу вырасти очень большим. Ого, там у него, блин, нифига он там какой гигантский. Просто как сороконожка какая-то, длинная такая, хреновина. Лактобактерия, вот ты какая лактобактерия. Отлично, я еще одного схавал. Замечательно, все, я расту, я просто монстр. Так, надо бы эту зигу. Зигу бы эту надо скушать, да? А вот смотрите-ка слева, пресс в эту вин. Это была приманка. Отлично. Так, а я объединиться уже не смогу, да? Ну ладно. Иди сюда. Иди сюда, сволота маленькая. Маленький ходняк. Иди сюда, ходняк. Ну хоть кто-нибудь, дайте я хоть кого-нибудь сожру. Отлично. Ну, я его хаваю или нет? Надо прям в центр надо ему. Наступить ему на центр. Отлично, я съел отходняк. Это классно. Ой, как меня много. Теперь я буду, во-первых, видеть дальше и хавать больше. Отлично. Я никогда до таких размеров не вырастал раньше. Но это круто быть большой дизентерийной бактерией. Ведь, смайлик, иди сюда. Союзник, ага. Давайте зажимаем его, этого маленького, маленькую бактериюшечку. Так, отлично, я уже тоже на какую-то кишечную палочку похож. Лактобактерия как-то она объединилась, а как-то объединяться? А, вот, то есть можно, да, все-таки назад вернуться в начальное состояние. Ух ты, пресс в эту вин, как уже он разросся. Он раньше был очень маленьким. А что случилось, господи? Что случилось? Я не понимаю, как работают эти... Как эта хрень работает зелененькая? Блин, я опять маленький. Я опять маленький беззащитный лактобактерионок. Что же мне теперь делать-то? Ой-ой-ой, там плохие злые дяди, пуховик, не ходи к ним. Хелп, кто-нибудь, хелп. Ой, помоги мне, красная бактерия, помоги. Отлично, я кого-то схал. Вон, Леди Гага, съешьте зелененького. Леди Гага может всех сожрать, если хорошо попросить. Так, давайте-ка на два разделимся. Разделимся. Ой-ой-ой-ой-ой. Стим! О, привет, Стим! Я в тебя. Через тебя в игры играю. Привет, Гейбу, передавай. Отлично. Ой-ой-ой, это даже большая, эта красная бактерия боится Стима. Стима вообще все боятся. Даже Гейб, мне кажется, не подходит к Стиму близко. Он понял, что он создал чудовище, которое захватило мир. Ну, господи, почему я промахнулся? Читер, волхак, читер. О, халявная еда. Класс. Опс, лолипоп. Давай, ну как в одну объединиться-то? Как в одну бактерию объединиться? Что-то у меня это не работает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мне хочет мою жопу съесть. Давай, уходи, убирайся. Убирайся, валим отсюда, друган. Валим, нас зажали. Твою мать, прикройте кто-нибудь. Там, по-моему, Ctrl-V, пресс в эту вин, он, по-моему, уже стал просто мега-гигантской хренотенью, которую уже никто не может ничего сказать. В общем, он очень крутой. Ну что же я его не сожрал-то? Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшечки-ой-ой. Так, все, я стал большим. Чуть-чуть большим. О, Геральт, привет, мы с тобой уже виделись. Ну и как мне это сожрать? Отлично, я схавал какого-то чувака. Все замечательно, вроде пока идет по плану. Перестройка, все идет по плану. Сталин, там Сталин, господи. Ска, ска. Ой-ой-ой, меня хотят схавать опять зеленые чувачки. Ничего, я им не дамся. Вот, попался. Волк, иди сюда, волк. Волк. Ну, блин, как я так мимо волк промо... А, он свой же, господи, это же свой волк. Почему я хотел своего волка схавать? Ой, тут целая поляна. Целая поляна. Вкусностей.
целая поляна сладостей, и все для пуховика. Давайте, давайте, хавайте, хавайте все конфетки. О, халявная хавка. Халявка, я их назову. Отлично. И осталось еще больше. Еще больше, еще вкуснее. Ой-ой-ой, солнце, солнце на меня надвигается солнце, господи. Так. Ладно. Ладно, я тебя понял. Ну, у тебя сейчас та большая, большое солнце тебя схавает, дурень. О, есть, я кого-то захавал, наконец-то я захавал кого-то. О, Геральт, Геральт, валим отсюда, там за нами солнце. Оно преследует нас. О, я пойду съем. А, я, конечно, не хочу это есть, но, видимо, мне придется съесть это слово на букву Х, чтобы немножко вырасти. И слово на букву Ф тоже придется. Ну ладно, сейчас я сначала подрасту, а потом я буду его... Оп, так вот, а, как? Как вам такое? Как вам такой поворот событий? Давай, давай, хавайся. Отлично. Все, я просто научился все делать правильно, наверное. Я надеюсь на это. Но солнце, оно, сука, слишком большое. Оно очень чертовски большое. Эх, ребят, ссылочка на игру, да, в описании. Переходим, играем. Называется игра agar.io. Давай, давай, кого-нибудь схаваем. Кого-нибудь схаваем, хаванем, хаванем. Нет, прикрывайте, ребятушки, прикрывайте меня, Ска, прикрой. Прикрой пуховичка. Отлично, спасибо, Друганелла. Я знал, что на тебя можно положиться. Какой я теперь большой, что теперь, боишься меня, да? Оп, синие педики. Синие педики. А, клёвый ник, конечно, да. Давай, я загоняю его, захаваем его. Давай, 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 мы его сейчас зажмем. Все будет у нас замечательно. Ай, господин... А, это же свой. Да что же я такой тупой-то, а? Почему я не могу цвета различать? Дай В, плиз. А, это чтобы своих кормить, наверное, на В можно. Ого, нифига себе, тут нахавал сколько. Классно. То есть большие могут со мной делиться своей этой материей, чтобы кормить маленьких. Классно, это здорово. То есть вы можете играть с друзьями, если кто у вас уже есть из друзей большой, то он может вас накормить и типа сказать, вот смотрите, вот так вот. На, хавай, хавай. Ну, становись больше. Вот смотрите, кто там? Два маленьких прячутся за Сталиным. Ох, тут прям какое рубилово сейчас будет. Ну что, Сталин, схаваю тебя сейчас я. Схаваю, схаваю, если только Ctrl-V... равно чат не сожрет меня. Он спрятался за этим. Ох ты, класс, на меня кто-то налетел. Случайно, наверное. Наверное, он этого не хотел. Так, ну я вроде уже неплохой так. Неплохо так разросся. Ой, и зачем я нажал В? Я хотел на пробел нажать, а нажал на В. О, это наш. Все, спокуха. О, отлично. Отлично, давай. Блин, Вася от нас уходит. Он же маленький, он же... Отлично, все, мы его обманули. Много-много-много. Тут такое пространство огромное. Мы сейчас все эти конфетки схаваем. Все круто. Синие педики. Давай догоняй синего педика. Отлично, догнали. Лолка. Лалка догнала синего педика. Так, нам нужно разрастись и скушать самого главного, зеленого. Чтобы... в лидерборде красные побеждали. Красные самые крутые, красные вперед. Вот, смотрите, сколько. Жру говно, написано у чувака на нике. Так, отлично, сейчас мы эти конфеточки захаваем. Очень-очень-очень много. Вот этого мирного жителя с хаванем. Так, кто там наших-то прессует? А, кто там прессует наших? Вы че, блин? Че, против красных, что ли, да? Че, на красных, что ли? Я вот не знаю, только он больше или меньше меня. Ой-ой-ой-ой. Что, не ожидал, да? Не ожидал? Все, там маленьких зажимает вообще, вообще жестко. Есть, смотрите, какой я большой, я даже больше солнца стал. У-ху-ху. Класс, ребята, это здорово. Солнце, иди сюда, я тебя захаваю. Иди сюда, бедняжка солнце. Я тебе сейчас как хавану. Как я тебя хавану-то, а? Ну-ка, расскажи-ка мне, как я тебя... Есть, его хаванули. Отлично, отлично. Смотрите, какое большое солнце.
Такой большой пуховик. Всех, всех захаваю. Иди сюда, Серега, га-га-га-га-га. Серега, га-га-га-га-га. Иди сюда. Ты будешь моим. Пуховик вас всех сожрет. Всех сожрет пуховик. Потому что он жирный, как питон. Жирный питон в пуховике. Эй, ты что там наших, что ли, поедаешь? Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди-ка сюда-ка. С тобой поговорим. Сейчас мы с тобой поговорим. Блин, господи, как-то тут что-то, по-моему, не протиснуться мне вообще никак. Ой, нифига, Ctrl-V-чат какой большой стал. Его там зажимают. Ой-ой-ёшечки. Надо валить отсюда, я думаю. А то этот зеленый, это у них главный вообще, я думаю, это у них главная бактерия. Сейчас мы будем своим помогать. Отлично, съели лалку. Ха-ха, класс, он за нашим охотился, а мы своего прикрыли. На, хавай, хавай. Да блин, я маленькому давал, что ты у маленьких забираешь еду? Отлично, еще хаванули. Давайте-ка остановимся и объединимся в одну большую бактерию. Ну, давайте, ребятушки. Давайте это сделаем. Как это вообще работает? Я не знаю, как это. Гнятся. Как тупо-то. Ну почему он не объединился в большую бактерию? А, ладно, я всех подвел. Я подвел всех красных. Что ж, ребятушки. Ссылочка на игру в описании. Она называется agar.io. Я думаю, она на Android. Ой, на iOS есть, да, ну и, соответственно, теперь есть вот сайт такой. Ссылочка на игру в описании. С вами был Пуховик, всем всего хорошего, пока-пока. Игровой канал Пуховика, он самый лучший на земле, самый лучший во всем, мать и воронете. И ты подписан на него, я знаю точно, знаю, бро, не может быть оно иначе. Друзьями ссылкой поделись и сразу станет ярче жизнь, ведь смотришь ты канал Пуховика.